Задержаны подозреваемые в серии грабежей в отношении женщин. По оперативной информации, молодые люди причастны к 6 фактам открытого хищения имущества у жительниц Новочебоксарска, совершенным с начала октября нынешнего года. Все пострадавшие сообщили, что грабитель, похищавший сумки с деньгами и документами, был в красной куртке. Очередное сообщение о преступлении поступило в МВД России по городу Новочебоксарск вечером 9 ноября. К месту происшествия по улице Советская, 14, были стянуты наряды полиции, которые стали прочесывать микрорайон. Через час в полицию обратилась еще одна жительница города, у которой неизвестный с аналогичными приметами похитил сумку возле дома номер 3 по указанной улице. Предполагаемый грабитель был задержан неподалеку от места преступления. По адресу проживания 19-летнего уроженца Чебоксарского района в Новочебоксарске немедленно выехала оперативная группа городского отдела полиции, которая обнаружила там его предполагаемых сообщников. Все трое подозреваемых были доставлены в отделение. В квартире, которую они снимали в городе, стражи порядка изъяли ту самую красную куртку. Как предполагают оперативники, мужчины могли надевать ее во время нападений по очереди. Если вы располагаете информацией о противоправных действиях задержанных, просим позвонить по телефону 73-8002-242-102, дежурной части МВД России по городу Новочебоксарск, или 02.